Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с компьютерными аксессуарами, а именно компанией Ugreen. В прошлый раз мы рассмотрели мышку, новинку 2022 года под номером MU-206. Сейчас другая мышка, она вышла в конце 2021 и в начале 2022 под номером мышки тоже Ugreen MU-203. То есть это предыдущий вариант мышки. Есть еще MU-201, но об этой мышке можете сами почитать и посмотреть. Итак, что из себя представляет мышка? Она также беспроводная, работает на 2,4 ГГц и представляет из себя мышку, состоящую из трех клавиш. Причем эти клавиши у нас бесшумные. Данная мышка пришла, как вы понимаете, из Китая, где-то в течение месяца. Все это дело доставлялось почтой России. Единственное, сверху был X-пакетик и также внутри была их стандартная наклейка. Сейчас они вкладывают, помимо того, что раньше вкладывали стяжку стандартную во все посылки как подарок, сейчас вкладывают наклейку. Наклейку я же не стал показывать, там стандартные наклейки типа Happy и тому подобное. Так что вот. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте смотреть, что из себя представляет упаковочка, как она доехала. Что из себя представляет мышка? Вот, пришла в таком вот виде данная коробка. Стандартная MU-203. Порт номер указывается. Это компактная мышка, беспроводная. Ну, здесь вот тоже MU написано. И здесь вот написано то, что эта мышка также имеет бесшумное нажатие клавиш, то есть клик так называемый. Дальше здесь также есть изменяемый DPI, причем 4 градации. И здесь не указано, сколько живет аккумулятор, батарейка, но указано, что достаточно долгая жизнь этой батарейки. Так, что из себя представляет спецификация? Здесь вот представлено. Как я и говорил, работает на волне 2,4 ГГц. Дистанция от ресивера, а то бишь приемника, до 10 метров. Изменяемый DPI 800, 1200, 1600 и 2400 DPI. Причем по умолчанию стоит 1600. Вольтаж 1,5 вольта. Это стандартная батарейка, аккумулятор типа 2А. И потребляет ток в 10 мА. Может работать при температуре от минус 5 до 40 градусов Цельсия, ну, соответственно, фаренгейтов то же самое отображено. И также может храниться от минус 10 до 60 градусов Цельсия, то есть с ней ничто не произойдет в эти температуры. Работать с различными операционными системами, начиная 7, 8, 10 и 11 это Windows, ну а для macOS это 10,5. И позднее. В Linux может работать, в Chrome, в Android и так далее. Вот такая вот мышка. Давайте ее вскрывать и смотреть, что пришло у нас внутри. Кстати, вот что из себя представляет наклейка. Здесь отдельные части вы отклеиваете и куда вам необходимо, можно эту наклейку наклеить. На всякий случай. Ну и вскрываем. Давайте смотреть, что находится внутри. Здесь опять стандартная пломба, как и в предыдущем виде у мышки, которая сейчас стоит слева. Так, он чуть-чуть оторвалось. Вот такая вот мышка. Инструкция по эксплуатации. Здесь основная информация у нас представлена. Причем здесь представлено только на трех языках. Это английский, немецкий и китайский. В предыдущем варианте у нас было несколько языков, в том числе и русский. То здесь, как такового, русского нет. Только три языка. Ну, тоже можно сказать международные языки. Можете почитать. Если есть знания, сразу же перевести. Если нет, берем Google Translate, наводим камеру и переводим. Кстати, вот здесь вот есть переключение DPI. И то же самое загорается, как в предыдущем виде. Единственное, в прошлый раз было 5 градаций, здесь 4. 800 DPI это один раз мигает, 1200 два раза, 1600 DPI три раза и 2400 4 раза. По умолчанию стоит, кстати, не 1600, а вот здесь написано 1200. Ладно,
А на сайте AliExpress было написано, что 1600. Так, что из себя представляет мышка? Вот такая вот мышка. Здесь про резиновые поверхности. Тут в рекламе написано, что какие-то соты, то есть шестиугольники, но их не особо видно. Кстати, здесь также есть наклейки на подушечках, что я не видел. Хотя, может быть, и наклеивают. Так что продемонстрировал, показал. В прошлый раз тоже были наклейки, которые не отклеивались. Так, ну здесь вот две кнопочки. Относительно бесшумные, есть соприкосновение с пластиком и колесиком. Пластиком с прорезением шасси. И есть кнопка. Вот переключение DPI и включение-выключение. Внутри располагается стандартный аккумулятор-батарейка типа 2А. И здесь же есть ресивер. На ресивере также написано слово All-Green, если видите. Кстати, эта мышка тоже напомнила мышку Logitech по размерам. Это 505, которая сейчас располагается справа на ноутбуке. И давайте посмотрим, сейчас сравним, как они между собой похожи по очертаниям формы. Там не все совпадает в 100%, есть небольшие отличия, но форма похожа. Причем по дизайну вот эта мышка напоминает тоже Logitech 325, но тоже в очертаниях. Ну давайте посмотрим, чем они отличаются. Так, достаем мышку. Вот она, Logitech 505. Ну, немножко начало тут. Здесь более закруглено, здесь более тупые. Про резиновые поверхности. Только единственное, здесь просто резиновая поверхность, здесь с сотами. И нижняя часть. Эта мышка у нас лазерная. Поэтому цвет не увидите. Здесь у нас мышка оптическая, то есть цвет увидите. Да, и чем отличается мыши Logitech с определенного номера модели, то, что у них есть еще горизонтальная прокрутка, помимо стандартной кнопочки. Кстати, как звучат. Так, вот две мышки. Здесь у мышки внизу нету аккумуляторов, а они идут сверху. Специальный отсек. Давайте тоже уравняем шансы. По размерам они одинаковые, по высоте, длине, ширине и так далее. Но единственный момент, когда здесь остается один аккумулятор, то она не работает. В предыдущем варианте в мышке Logitech M705, когда оставлялся один аккумулятор батарейка, он взаимодействовал. Да, ну еще одно отличие вот в этом вот ресивере. У Logitech можно от 5 до 6 устройств дополнительно подключить к этому ресиверу. И давайте мышку эту. И давайте пока оставим. Ну и увидели, вот красный цвет загорается. Так, и переключение DPI. Ну, кстати, не видно, скорее всего, нужно подключить ресивер к ноутбуку. Так, если я ее подключу, то я продемонстрирую, как осуществляется переключение DPI. Итак, давайте сейчас взвесим эти две мышки. Еще раз повторяю, по размерам конструктивным, имеется в виду длина, ширина, высота, они практически совпадают, там плюс-минус 1 мм. Для этого воспользуемся весами. Итак, эта мышка у нас весит 96 грамм, а эта мышка весит у нас 81 грамм. Видно, надеюсь. Ну и давайте подключать, смотреть, как мышка работает с ноутбуком. Да, кстати, здесь не требуется никаких драйверов. Автоматически они подхватываются в разных операционных системах. Windows, macOS и Linux, Chrome OS, ну и Android. Поэтому никаких проблем нет. Единственный недостаток, нет программного обеспечения для того, чтобы назначать кнопки. А вот у Logitech это программное обеспечение есть. Но есть всегда бесплатные версии. Например, X-Control, Mouse Button, как-то вот так вот называется, можно найти на просторах интернета и воспользоваться ей.
Итак, я вам продемонстрировал мышку Ugreen MU-2003. Стандартная мышка, оптическая, беспроводная, с бесшумными относительно клавишами. Всего клавиш 3. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.